Что это? Смерч, ребята, просто гигантский, здоровенный смерч. То, что вы любите. Высшие карты. Ого, я прям вижу, где зарождаются метеоритные дожди. Ребята, в этом ролике мы разыграем Берисмод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи! Дикий, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Локдог, Стим, Куёко, Енотка, Найтмун. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем играть за аниматроников из разные пилпаки выживать среди метеоритного дождя. Если тебе текущие приятного аппетита, а Серега уже должен сбрасывать метеориты на нас. Ну что, Серега, где метеориты? Не вижу. Вот. Полетели. Так. Минус один. Да что ж такое? Я уже минус 4 сделал. А ты почему одиночными не стреляешь? А я думал, там ты будешь много кидать на нас. Да нефиг делать. Ну, давай, движ. О, полетели. Да что за бред? Как мы так быстро все слились, а? Все умерли. А почему мы умираем так быстро? Я не умер. Ого, да как выжить-то? Ставьте лайк, если подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Серега, стой, давай, наверное, нам по 500 жизней. Я еще ни разу не умер. Да, давай по 500, потому что метеорит отнимается. Я думал, будет по чуть-чуть отнимать, он с одного удара выносит. Давай! Выживаем, ребята, бегаем. Если постоянно бегать, можно как-то на рандом выжить. Можно. Ого, это было рядом. Ого, мощь. Вот это класс. Я живу. Опа. Серега убил фонтана. Серега, да что ж такое, а? 500 хп выносит за раз. Я живой. А, Серега, мы проверяли этот мод. За раз выносит 600 хп. Ну что, Серега, давай. Полетели. Шмали. Покажи вещи. А если вот так стоять, может и не убьет, согласитесь. Давайте проверим. А, нет, не попадает, ну не так сильно. Ого, вот это жахнуло. А, убил. Енотка умерла. Бежим вдоль Ты стены. Хотел другое сказать. Давай, беги! Вдоль стены, когда бегаете, не умираете. Представляете, выхватил тему? Че, Серега, я живой. Я ни разу не умер. Вдоль стены. О, попадает все равно. Я скилловый. Я очень скилловый. Что за звуки кто-то издает такие прикольные? Опять Енот сдохла. Да что ж такое, Серега, ну ты всех мочишь. Я читер. Где вы? Вы что, по домам попрятались? Нет, я вдоль карты бегаю, все так делают, как и я. Мы хотим вытащить всю катку. Давай, Серега, что-то слабо у тебя метеоритный дождь. Да фуфлыж. О, я обманул, набираю. Забирай свои слова назад, бегу опять вдоль стены. Только назад бежим, давайте. А весь там дождь. Увидите, концентрироваться на какой-то части карты. Серега, ты по мне стреляешь метеоритным дождем, я видел. Как летели в мою сторону от тебя. Капец. Мне тупо перед лицом все взрывает. Да? Под здание нельзя заходить. Да, это читерство. Я не в здании. Вы даже можете за мной следить. Ой, 300... 200 жизней. Ну, Серега. Нормально ты тут устроил апокалипсис. А, все. Обосралипсис. Ну что, кто остался живой? Тот самый лучший игрок будет. Еще один или кто-то остался живых? Я. А где? Все? Не-не-не. Получается, ты один из самых лучших выживших? Ух ты! И что, Серега, тут решил нам устроить? Смотрите, что... Нет, кстати, можно смотреть на небо и уклоняться, смотрите.
Да-да-да-да-да, можно, кстати. А я живой. Да ладно, Лукдог, ты читер. Тёрок, убей его. Ой. Это я отдыхаю. Прилёг отдыхать. Офигеть, что творится. Ребята, вот это вакханалия, то, что вы любите. Ну и я тоже. Где ты, Лукдог, сидишь, а? Ну, то, что я не знаю, где-то он читерит. Ну что, Лукдог, ты живой? Я живой еще. Я вот тут бегаю нормально. Где он тут бегает, да? Я его не вижу. Внимательнее смотри. Я тоже не вижу. А понял персонаж? Не видит? У меня марионетка на это. А я его не вижу. Он невидимый, наверное, Серега. Нет, я в воде. Он в воде? Но он только что. Я его вижу, Серега, рядом он в воде. О, сейчас на воду будет атака мощная идти. Убегайте с воды все. Я уже вылет. Ты живой? Да. Серега. Минус 200 хп. Минус 200? Ой, да, у меня 651 хп. А, я думал минус 200, это у тебя прям так. Серега, ты его видишь? Да. А где он? Ну вот, я по нему стреляю. Серега, я тебе помогаю. Хочу помочь тебе, потому что я хочу уже начать. 61 хп. Вот это вахханалия у нас. Химан пролагала. У меня 51 хп. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Все, убил. Есть, Серега, молодец. Ну что, теперь выберите себе аниматроников, а я буду скидывать метеоритные дожди. Посмотрю, как вы сливаетесь. Ой, Серега, вам сейчас жопа всем. Теперь я буду отрываться. А можно несколько подряд запустить метеоритных дождей? Ну, ты не видел, что я делал? Это прям ты несколько подряд? Да. Один, да? Здоровый. Бум. Ну, только взрыв какой-то несчастный. Два. Один. Битва началась. Серега, какой у тебя пилпак? Какого ты взял аниматроника? Голден Фредди башка. Блин, так ты хитрый. Давайте будем наблюдать, где же башка у нас? Вижу бошку, вижу бошку. Ах ты говно, больно. Попал? Отлично. Меня убило. Ну что, еще одна атака пошла. Красная полоска, это когда еще раз можно нажимать. Фух. Вижу, 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 Серега. А, я умер. Че, Серега, убежал, да? Да. Хитрый жук, хорошо, на еще раз тебе. Иди в жопу. Да я маленький кинул дождик, небольшой. Нифига себе. Да маленький, ну смотрите. Уйди ты, марионетка конченая. Весело, весело. Ого, там сзади тебя, ты посмотри, что там сзади творится. Да я вижу. Сбрасываем, сбрасываем в ручном режиме метеориты. Смотрите, сейчас Серега выбежит и прямо на метеорит попадет. Нет. Ты уклонился, да ты хитрый жук, да ладно. Да. Смотрите, вот такой есть метод у нас. Да ты хитрый, смотрите, как он убегает. Да, боже мой, это еще медленнее, Дима. Ва, Серега, я за тобой. А я наперед сейчас на ход накидаю вам, и будете умирать все. Да, ой, сам то, себя. Дима, то, что ты наперед кидаешь, это тебе не поможет. Я буду наперед убегать. Хорошо, ах, хорошо. Ах ты говно. Беги, беги. О, дамаг мы не будем делать. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что я сделал. Обложное. Серега, смотри. Это вообще работает. Ну что, Серега, как тебе? Ты псих. Дима, ты психопат. Блин. Да чего, я нормально играю. Ты псих. Вот это жахает оно. Живой? Живой? Да, я живой еще. Давайте воду нафигачим. Посмотрим, что будет в воде, когда вы много воды. Ой, хорошо, что я туда убежал. Да-да-да, смотрите. Ой-ой-ой, как красиво все падает. Под водой взрывается. Вау, он серьезно должен убивать и невесты людей, а стрелять не любит. Смотрите, что сейчас будет твориться на карте. Ай, 150 хп. Вот это жесть, смотрите. Еще одного загасил. Офигеть, мне так нравится этот мод, он крутой.
Ты живой, что ли? Да, я живой еще. Да ты читер! 96 хп. Давай сейчас на хитрость возьмем. На опережение стрелим. Ты хитрый жук, я простреливаю, ну так наугад, а вдруг? Всю карту, да? Точечно. Хорош, пошло, пошло дело. Сейчас Серега попадет, смотрите, на метеорит. Вот, блин, я не туда стрелять начал. Еще начал пацанов убивать. Вижу, за домом, стреляем за дом. Да ты хитрый жук, остановись. Нет. Так, стреляем за дом тогда. Так, на поле стреляем, по полю. Я знал, что воду побережешь, я воду накидал их. А где ты? Они по... Во-во-во, вижу. Так, тут, наверное, есть, может, этот... О, можно вот так тоже сделать здесь побольше. А ну-ка, что будет? Будет ли я больше? Я что, один остался живой? Походу, да, Серега. Я самый лучший, получается. Да. Так, давайте мы сделаем все на всю, кроме дамага. Серега, готов к апокалипсису? Сейчас будет прям жестко вообще. Давай. Один выстрел делай, просто посмотри, что будет. Я тачка. Это что? А, ихнюю скорость увеличил еще? Да. Сейчас. Ого! Я живой еще. Держи, Серега, я готов. Есть! Вот это сейчас будет жопа. Смотрите, что сейчас будет твориться. Как настоящие метеориты падают, очень быстро. Вот это же пень. Так, ну что, ребята, давайте сделаем что-то эпичное в конце. Серега, ты готов? Да. Хорошо. Никому не буду говорить, что мы будем делать. Что это? Смерч, ребята, просто гигантский, здоровенный смерч. То, что вы любите. Высшие карты. Ого, я прям вижу, где зарождаются метеоритные дожди. Ой-ой-ой-ой, что мы творим? О, поезд летающий. Мне это нравится. Серега. Мимо. Да. Вон, летит. Блин, я хотел бомбу в смерч кинуть. Ты опередил меня. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. Так, Серега, не дай мне бомбу взорвать. Спасибо.